Я вас приветствую, уважаемые зрители и подписчики канала Про Геймер Телевизион. С вами Ревенант. Мы с вами продолжаем проходить VAT White Mare 2 на сборке проект Brutality 3.0. И у нас с вами 19 уровень. По названием April. Он Onil. April Onil. Ух ты, да ладно. Чё-то как-то тихо. А это нормально, да? О, одинокий имп. И все, да? Реально подозрительно тихо. Я даже вот так сделаю. Чтобы не палиться лишний раз. И сразу сохранюсь. 19-й. Так, подвинулись поближе. Смотрим, что да как. Ага. Ну конечно, куда же без вас, идиоты. Вот блять. Я что-то забыл, что у них снарядики-то быстро летят. Да пошел ты. Сиди там, кишки свои собирает. Они тебе уже не нужны. Че, ты врагов как-то мало? Это либо просто уровень сам по себе маленький, либо он маленький, но, сука, с подвохом. И мне почему-то кажется, что второе. Япона мать. Добрый, сука, вечер. Он, бля. Тяжелая кавалерия пошла. Ай, блядь. Так, я кажется, знаю, что это за говноед там кидаются. Да, вот он самый. Сука, ненавижу тебя. Засунь щит себе в жопу. Да что за тварь? Блядь, паративная-то, а? Только, сука, здоровье на тебя переводишь. Ой, блядь. А там еще идут. Гости. Слушай, иди-ка ты нахер со своим щитом. Сука. Блядь, противная. Пиздец. Это, блядь, какой-то просто идиотизм. О, все, на гранатомет переключился, да? Да жри, блядь, скотина. Дружок его куда-то сдриснул. Не-не-не-не-не-не, ни хрена. Ни хера. Подобного. Так не пойдет. Хули вы там все телепортируетесь? А, вот ты где, сука. Ловите, пацаны. Да как же ты меня, сука, бесишь, тварь, а? Паскудная. Еще там есть? Живые, не вижу. Патроны, это хорошо. О, аптека. Так. Так. Нет, не дотягиваюсь. Это как-то по-другому, значит, работает. Так, какая-то кнопочка есть. И где, и куда ты, и чё ты, и где ты? Ой. И тут что-то лежит. Раз. Два. Ух ты, ебическая сила. Нихера ж себе. Добрый вечер, пацаны. Всё, пиздец. Подморозили мне пердак. Я обязательно выживу. О, Пёдя, тут дегенерат, а. Давай, в смысле поменял. Зачем? Блять. Такие же вы мразоты конченые, вы даже не представляете. А вы откуда? Блять, вы заебали меня в аптечке из-за вас тратить. Да пошел ты нахрен! Кусок говна.
Заебался на вас аптечки переводить. На вас и ваших ебанутых дружков. Да подавись ты. Блять, полыхнул-то как. Туру-ту-ту-туру. Сколько тут буйных, блять. Да ёп! Так, с вами как разобраться? Да, блять, хули выёбываться. Взять да разобраться. Главное не мазать. Ракет, ракет дохерища. Наверное, тут, наверное, где-то кнопочка должна быть, да? Или нет? Я понимаю, что это закрыто. Давайте обратно сходим. Так, у тебя пусто. Так, я вот тут еще кнопку нет, не нажимал. А вот теперь нажал. Так, что это мне дает? Где-то что-то открылось. Нет. Так, это изолированное какое-то здание, да? Я в него никак не попаду. Не, попаду. По патронам немного. Вот эти броника. Че по секретам? Один. Один секрет. Что-что? Флешми? Я не понял, что он сказал. Первое слово, что он сказал. Но он попросил с ним что-то сделать. Может, фрешми, освежевать себя? Если, конечно, меня слух не подводит. Так, короче. Ребят, я вас вижу. Но я с вами ничего поделать не могу. Какие в жопу бакшот? Дай мне... А, ну все правильно, да. Ну, собственно, и проблема-то решена. Мозги больше трахал. Итак. Интересный такой лес. Там природа, красота, конечно, все дела. Но мне надо куда-то идти. Это, я так понимаю, это, вот эту комнатку открыл. И больше мне это ничего не дал. И больше мне это ничего не дало. Ло. Ага, меня тут заперли. Замуровали демоны. Я вас понял. Какие-то очень нехорошие громыхания и топоты. Что это за... Вот что это за хрень? Ну тут стопудово стенка, походу, опустится. Вопрос когда? Вопрос когда? Другой вопрос, куда мне все-таки идти? Может мне сюда выстрелить надо? Ни хрена. Может ты так опустишься? Нет. Не похоже. Да что? Стоп! Ага! А вот теперь она опускается. И что бы мне давало вопрос? Так, надо... Подрыгающие передаки снаряда взять. Наверное, там все-таки что-то еще опустилось. По-любому. Опа! Да, я кого-то вижу. Лови! Нравится? Воу, да ты, блядь, еще и дружков привел. Ну, раз дружков привел, то увеличиваем дозу.
Больше дозу, блять. Чёрт, вы какие все ненасытные-то, а? Слушай, ты меня вынуждаешь. Ой, блядь! Пиздец. Охуительные телепортации. С места на место. Обожаю такую хуйню. Да ловите на всех, блять, хватит, сука. Как же, блять, вы меня бесите, а? Да, еще и граната пускай телепортируется, блять. Горстка долбоебиков! Блять. Да пошли вы все в жопу. Заебись. А чешуены, блять. Они все прут и прут. Но тут все-таки, пожалуй, тогда зажигалки оставлю. Просто буду подкидывать побольше огоньку, когда потребуется. Заебись! Прям спаун куб Арчвайла в табло получил. Спаун сферу, точнее. Да сгорите вы там все нахуй. Гандоны. Да ёб твою. Сука, когда вы кончитесь-то уже, а? Вы можете просто закончиться, блять. Долбоебики. Блять, у меня просто слов нет. Это какой-то пиздец. Ладно. О, нет. Давай без, давайте, блядь, без этого. Полегче, 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 пацаны. Ой, блядь, там все очень плохо. Там пиздец, как все плохо. У вас тут дохерище просто. Ой, вас там как конь на ее при... Че, блядь? Ах ты, пидор костлевый, а? Бля, придется сферу брать, сука. Иначе они жили... Ебическая сила! Блять, а какого хуя позволили спросить, а? А чё, я тут постою? Нахуй далеко ходить. Я вас лучше здесь подожду. О, понеслось! Ловите, твари! Я лучше вас тут ненавидеть буду, чем там. Да подавись ты, говноед. А там вы мне нахуй не сдались. Притом у вас тут всего лишь часть. Я вот вас здоровью сейчас подлутаю. И теперь пойду туда.
Господи, ебучие телепорты, как вы меня бесите. Снаряды могут перестать телепортироваться, меня это уже раздражать начинает. Да конечно, блять, давай сюда мне прям еще... Под ноги еще тебе, блять. Идиот. Говно тут свое раскидываешь. Лови, блядь. Все, угомонились. Не все, походу. Потому что я еще что-то слышу. Где-то. Наверху, походу. О, да. Да пошел ты нахрен. Говноколдун несчастный. Да-да, блядь. Барона еще подними, хули мне же, блядь. Патроны-то бесконечные. Полыхнул, полыхнул. Так, ну и что мне это дало? Пока что кроме пиздюлей в свой адрес я ничего не увидел. Может меня батит на соусферу? Не-а. Я не буду просто такое брать. Зачем ее брать, когда ее можно пока не брать? Но я определенно что-то сделал. Походу сейчас надо за все деревья смотреть, и за каждым деревом, наверное, будет очередная кнопочка появляться. У меня почему-то такое ощущение. Не, ну просто взять и открыть мне это, так нет. Ищи кнопочки. Может теперь-то? Нет. Блять, ну что же я сделал? Вот что я сделал? Так, нет, это понятно. Ну хоть убей, ни хера не вижу, что делать надо. Кнопок уже нет, никаких. Тебя я нажал. Хули с тобой еще делать? Пнуть себе. Обычно это помогает. Но не в этом случае. А в своем случае я запутался. Может тут что появилось? Да нет. Вообще ничего. Никаких намеков. Бля, ребят, что за херня? Что мне делать? Я не очень люблю играть в бабку-угадку. Или в угадай мелодию. Ну камон. Может я, блин, текстурами повреждения от снаряда гранатомета и какой-нибудь выключатель. Замазал, я его просто не вижу, я не знаю. Или реально просто соусферу взять надо. Но это ни хрена не дало. Или что-нибудь дало. Да ни хера это не дало. Как ничего не было, так и нету. И тишкин пистолет, что делать? Все, я понял. Все-таки меня батили взять на соусферу.
Мне просто очень не хотелось ее брать. Я такие вещи люблю вставлять на закуску. Теперь мне... О, блядь. Там еще тройка ебанутых. Че, нравится? Я добавлю, мне не жалко. Это что за хрень? Если я это приближу, это вообще ни хера не дает. А нет, это что-то это дало. Хи. Нихуя себе у меня интуиция. Да пошел ты, говноед. Только попробуй. Выпотрошу, бля, как воробья. Так, теперь, наверное, тут, да? А хер зва, значит, там. Ну, наконец-то. Хотя, понятный план действий. Ну, как понятный. Частично понятный. У, блядь! Нихуя себе сюрпризики. Бля, как мне этого имбецилу, сука, на ракетном ранце снять, а? Давай-давай, забайте всех этих дебилов. А я вам подкидывать буду. А вы там полишите. Я тут все полыхать заставлю. Оу! Да вы, ребят, криворуки, бля. Как черти. Че, все кончились, да? В принципе, да. Дурачок один остался тут. Ух ты, ёпта. Развалился. Прямо на глазах. Так. Ячейки это очень хорошо. Это что за хрень? Наверное, теперь обратно надо бежать. Интуиция мне подсказывает, что вот там что-то открылось. Не? Уж нет. Ага. Все, я, по-моему, вижу. Карта мне в помощь. Стоп, это типа выход, да? Да, это выход. Ну что, друзья, с вами был Ревент на канале Про Геймер Телевирн. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И обязательно не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всего вам доброго. Пока.